Погнали. Робот фейерверк. Офигеть. И всем огромный банный привет. Мы находимся сегодня в Мандрагах. Уже второй день. Баня номер 3. Быстренько покажем, пока гостей нету. Как здесь что? Такой небольшой обзорчик. Николай Михайлович у нас. Роман, который здесь. Фейерверк. Он банщик. Наверное, самый старый сейчас из всех банщиков, которые здесь работают. Сегодня покажет нам фейерверк. Сегодня с него фейерверк, он обещал. Ну, здесь наши, на террасе здесь наши такие все вещи уже тут мы расположились. И вот выход прямо в город, в воду, по трапику. Хорошо, глубоко нырять можно, спокойно, вода прохладная, градусов 20. Держи с бани, и наконец-то вот она. Речная благодать, Мандраги, Мандраги. И сразу в речку, хоп. Мы недавно поставили, по-моему, в этом году первый раз. Тут недалеко скважина, кстати, вода питьевая хорошая. Михалыч набрал уже. Ой, вкусная. Это алтайский чай. Все вокруг. Сосны, ели. Река Свирь, где-то середина Свири примерно. Там верхний Свирская ГЭС, там нижний Свирская ГЭС. Ну, это все не важно. Все, доходим. Ну, здесь ничего особенного не ожидайте. Это баньки старые уже. Еще я работал здесь в 2008. Это, наверное, в 2010 году построена была баня. Ну, вот мы заходим, попадаем в раздевалку. Зеркало, окно, стол массажный. Ну, минимум такого необходимого. Крючочки, вешалки, полотенца, простыни, тапочки одноразовые. Такие, пожалуйста, вам для белья, скамейки. И комната отдыха довольно просторная. Все такое, имитация вагонки. Это не вагонка, это имитация, просто имитация. Вот все тут вот так расположено. Ух, красота-то какая, лепота. Что я не надо, что сказать? Ну, вот так здесь, да, вот так. А что? Деревянные полы. Отопления здесь никакого нету. Зимой, наверное, знаете, конвекторы стоят. Даже не знаю, кнопка вызова вам, пожалуйста, банщика, который находится в соседнем помещении. И начинается самое интересное здесь. А что самое интересное? Самое интересное, у нас здесь расположено два краника. Горячая вода, холодная вода, которая накачивается с реки насосом через шланг. Здесь подается вот прямо сверху там. И пока печка топится, есть горячая вода. Соответственно, холодная вода есть летом почти что всегда, потому что насос работает зимой. Проблема была, я таскал ведрами еще две бочки. И все, нету ни обливного, ни душевой. Ничего нету. И не было. И туалета тоже нету. Туалет на улицу надо сходить. Там такой сделали вроде белый туалет. Раньше не было ничего. Собственно говоря, вот все. Тазики, ковшики, какие-то шайки. Вот здесь еще вот ведра. Вот еще пластиковые ведра. Ну, веники наши уже приготовлены. Все хорошо. Дверь. Вот так она открывается. Она деревянная, она и была деревянная, и будет деревянная, наверное. Вытяжка. И с этой стороны она вот уже такого цвета. Прянотей мнейшего. Вроде гости пришли, надо быстро-быстро подснимать. Печь железная, постоянно действует, обложена кирпичом. Окошечко для проветривания. Не знаю, тут приточки вроде никакой нету. Вот вам шаечка для подкидывания. Шибер. И полок. Вот, пожалуйста, мы уже постелили тут сенный матрасик. Еще простынки белые. Тут стоит ароматерапия, как она, я понял, что в ведре всякие разные старые венчики.
220 светильник, второй на двери светильник, термометр. У нас тут сейчас примерно 60, да нет, 50. Примерно так. Печка быстро разгоняется, и это все, что я знаю. Вчера отработали, порог хороший, мягкий и приятный. Гостям понравилось. И здесь пришли? Да. А, ну все, гости пришли, поэтому... Подходит. Да, поэтому ждем окончания, и Рома покажет нам фейерверк. Надеемся, что покажет, поэтому Николай Михайлович... Я в предвкушении. Фейерверк. А мы-то как в предвкушении. Здесь можно поставить лайк, подписаться и на всякий случай всем легкого пара и с увлажнением. Да, тут маленько все, конечно, поменялось. Вот он, козий пух или что тут, но это не важно. Все заросло, просто выросли деревья, которые были, я еще работал, маленькие, малюсенькие были. А сейчас просто всяких кустов понасажали. Мельница. Дом, за которым сейчас будет стоять черная баня. Она закрыта. Ну, это вот первые. Эти первые два дома были поставлены. И вот черная баня вам, пожалуйста, да? А вот это чего вода? Не ее знаю, можно напить, нет? Колонку поставили. Да, питьевая? О, кстати, да, смотрите, появилась колоночка. И водичка. Здесь, кстати, на усадьбе была скважина. О, этой пристройки не было. Так и этого и дома не было, и этого было. Это последний, наверное, да, дом? Ну, да. Я был, строился еще, потому что напрямую проход был в бане. Волк. Это сероводород. Смотри, сделай. Смотри. Видишь? Что это такое? Не знаю, где это. Не, ну что это такое? Смотри, сделай. Это любовный эликсир. А где там? Это флюиды. Флюиды банщиков, которые тут работают. Да, смотрите, домик поставили. Вот тот стоял, я еще работал. А этого не было. Да. Вот вам, пожалуйста. Баня по-черному, которая сейчас превратилась в склад. Черная. Видео у меня там где-то есть на канале. Самое прикольное было, здесь этот еще дерево, оно было маленькое-маленькое. Стопишь баньку, и оно... Окошечко там не было занавешено, потом его отмоешь. И тут берег, особенно осенью. Сидишь в бане, когда гостей ждешь, там приготовил. Солнышко так закатывает сюда, уходит солнце вон туда. И оно так бьет прямо, и там эти березки желтые-желтые. И так в баньке сидишь, в окошко смотришь. Там ни света, ничего в бане нету. И закат, и вот такое вот тут все березово-желтое. Ой, блин. И речка, блин, кайф. Ну, вода большая. Здесь обычно мелко-мелко так. Вот зимой тут... Чистили лопатой прямо с дороги снег. Потом приезжал трактор, высыпал дрова сырые, складывал дрова и сырыми топил. Крыша вот заросла. Что-то тут было, какая-то проводка. Ручка такая осталась. Там маленько копоть видно. Вот еще следы копоти. Замок амбарный висел раньше. Здоровый такой. Здесь скамеечка стояла. Где-то здесь можно посидеть. Да. А это так скамейка осталась. Да, километр до бани, в которой работал, сюда надо сбежать. Серега, сейчас черный бань. Все, склад. Все. А ее последний раз подожгли и склад взяли. Да, там сгорело. Тут какие-то вот. Сюда кабеля завели, ну, наверное, свет сделал. Или, наверное, смотрим, кидают. Херня, что там делают?
непонятно. Но крыша уже все хорошо. Вот ее с тех пор никто вообще не конопатил, ничего. Тут птицами все вытащили, это пакля. Она вся древенькая, вся-вся. Тут на мох, тут пакля. Просто вечером выходишь, подкидываешь парок. С фонариком светишь, тут все, тут просто пар такой снимешь. Со всех щелей. Да. Вот вам и мандраги. Блин, 5 минут я сниму. Когда в баню пойдешь париться? Не парился. Короче, Рома сказал, Рома сделал. Фейерверк хотел, Николай Михайлович. Получите, погнали. Рома фейерверк, офигеть. Легендарный человек в банном мире меня парит. Кстати, кто думает, что надо кому-то ехать в какие-то школы учиться, Рома вчера нам сказал, вы прекращайте заниматься этим безобразием, ну, как бы это я так уже утрирую, в легкой форме. Приезжайте к Роме, он вас научит, как фейерверки в бане запускать. Ага. Поэтому мы с Николаем Михайловичем решили остаться на третий день. И вот сегодня уже 8 часов, Рома нам крутит фейерверки, которые мы вот стараемся запускать. Поначалу было невозможно, первые 3 часа, потому что мы не могли сюда дойти без... Такой фейерверк был. Да, такой фейерверк. Потом мы осуждали это все. А сейчас, вот, вашему вниманию, небольшие фрагменты. Рома сказал, все не покажет. Не покажет ни за какие фейерверки, ни за какие финансы, потому что это его наработки. Рома, ты сколько уже тут работаешь? Ну, ты самый сейчас старый банщик на данный момент. Самый старый, да. Да, вообще, самый старый тут из всех, сколько тут. После Юрия. Мы вместе с ним начинали здесь? Не, врач. Я здесь, наверное. Наконец, счастливое лицо. Блаженственное родское состояние. Николай Михайлович. Первый раз фейерверк палит. Под фейерверком. Ничего не напоминает вам? А? Ничего? Фейерверк. Один в один. Так. Пошла вторая шайка пошла. А, знает, куда кидает. Ты постоянно же на этой бане, да? Ага. Ребята, будете в мандрагах, на первую баню записывайтесь, если хотите попасть к Роману. К Ромычу фейерверку. Первая баня, номер один. Вам сюда. Потому что здесь был даже сам Николай Михайлович. Это блаженство. И он здесь был не единожды и не едванажды, а и тринажды. А? А ты, что, пробить где-то надо 3 дня. Чем мы и занимаемся. Хороший порог какой, а? Ого! Ого! Кто-то говорит, что тут пара мало ему. Сейчас. Мало вам пара, оказывается. Ни хера себе. А если мы... сейчас порекламируем... Или как там? Там какой-то сущий кошмар начал в чате каком-то Вудсоне или что-то. Да. Да? Да, лучший матрас это Вудсон. Лучший матрас это Вудсон? Собственно говоря, почему да. Николай Михайлович во все бани ездит даже с подушкой Вудсон? Да. Ой-ой-ой, сколько процентов уже тут там? Ой-ой-ой-ой. А между тем градус нашего здесь местонахождения настолько повысился, что уже... Уже тут вот тяжеловато. Хорошо-то, Серега. Тяжеловато стало снимать. Вообще. Вот он, фейерверк начался когда. Это все не в красивых одеждах.
Не в вышиванках и не в распашонках, а вот оно. Вот оно, рабочее. Пот, слезы и страдания в глазах. Все это называется баня. Да, Николай Михайлович? Да. А где же все это ваше? Вот оно, истинное наслаждение. Вы посмотрите, какой кайф. Да нифига. Вот оно все дается потом. И еще каким. Место силы по твоей железе. Все, что ли? Все, согрелся. Какой эфир? 45 минут. Так он 18 человек парит один, офигеть. Да. Так, кстати, все, теперь самый кайф. Это вообще, это вот это. Погнали. Вот эта речка, конечно, здесь баня. Да. Все подогрелось. А вот сейчас будет самый настоящий кайф, потому что мы выходим на улицу. Сосны, ели, березка вон даже стоит. Смотрите как. И... Подожди. Я, конечно, сделаю, как делать нельзя. Давай. А мне можно. Сегодня, да. Ой, вот это фейерверк, мамочки. Рома профессионально нырнул и вынырнул сразу у женской бани, которая находится чуть подальше. Так. Вот это самое наслаждение. После парилочки выходишь и в проточную. Вода. Там у нас находится Онега. Вода не холодная. Офигенная вот. Просто. А если туда посмотреть, то там у нас находится Ладожское озеро. Мы находимся примерно посерединке. Так, примерно посерединке реки Сыри. Ребята, кто не был в Мандрагах, обязательно все сюда. Значит, вы не были в бане. Обязательно. И только в третью баню, да? Первая. Первая. Только в первую баню, кроме фейерверку. Рома, баня номер один. Да, Рома номер один, потому что фейерверк еще никто не запускал в бане. Нет, фейерверка. Вы потом. Хорошо. Ну, кому недостаточно, Рома может привязать за что-то там и прокатить вот на этом лодочном моторе. Тогда будет точно фейерверк, фейерверков. Можно ехать и домой. Поработали. Да? Попарили нас, все. За это еще деньги платят, офигеть. Ну, сегодня было юбилейное парение, так что нам еще должны были остались вы. 15-летние. А, нет, стой, вчера было юбилейное. Вчера, да, вчера было. Сегодня уже. Проскочили. Ну и, наверное, будем прощаться. Немножко, может, поснимем мандраги. Лайк, подписка, колокольчик. А, можно и не обязательно, короче. Всем привет, с легким паром и с увлажнением вас. Пока-пока.